Друзья, сегодня, в зависимости от того, в какой фрагмент ролика пойдет этот кусок видеозаписи, мы сегодня проделаем или уже проделали скоростно-силовую тренировку. Попробовали скоростно-силовую тренировку, которая является одним из методов подготовки к горнолыжному сезону. Этот этап можно лучше, наверное, использовать уже как подводящий. Его можно использовать как и непосредственно уже катаясь на склоне, активизируя свой организм, там, разминаясь таким вот образом, как и развивающий фактор, но уже ближе к началу сезона. Начинаем с одинарного прыжка вот с двух ног. Между... Да. Показываешь лучший результат. На максимал. Да. Да. С двух вернулся. С двух вернулся. Да. Угу. 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 Неплохо. Угу, туда же. Отдыхаем минуту. Теперь смотри, это твой максимальный результат. Сейчас мы убираем, ну, субъективно, процентов 30. Твоя задача — прыжок с двух ног, приземляешься на одну ногу и себя стабилизируешь. То есть ты должен зафиксировать себя. Это будет показывать, насколько криво у меня ноги работают. 4 повторения. Вначале делаешь на правую ногу, потом на левую приземляешься. Оп, окей. Угу. Чуть дальше. Не, давай пока так оставим. Нормально. Угу. Попробуй лучше отработать приземление, поймать где-то колено. Да. Подольше можешь удержать себе в крайней позиции. Угу. Угу. Хорошо. Еще один раз. Да, неплохо. Давай чуть-чуть отдышись, если готов, можешь сразу на другую ногу. Угу. Смотри, твоя задача — как можно быстрее оказаться на всей стопе. То есть ты прыгаешь, у тебя в любом случае... Носок? Да, ты будешь на носке, твоя задача — как можно быстрее, чтобы ты с нагрузки с колена быстрее ушел уже на то, чтобы ты себя держишь ягодичной мышцей. Да. Да, то есть должен отрабатывать тазобедренным суставом хорошо движение. И еще раз и зафиксируйся. Ага. Подольше будет фиксация. Оп, оп, все, супер. Теперь твоя задача. Ты прыгаешь также на одну ногу, также себя фиксируешь, но твоя задача — после этого выпрыгнуть вверх. Пауза и мощный прыжок вверх. На две приземлился. Хорошо. Оп, поймал. Мощный вверх. Ага. Следи за положением колена, особенно на усилие, должен тоже колено удержать и свод стопы удержать, самое главное, поднятым. Угу. И вверх приземлился на две. Давай еще раз. Пять, по пять сделаем. Есть запас. Пам, приземлился. Хорошо. 5 прыжков, приземляешь на одну ногу, значит, делаешь прыжок в сторону с одной ноги, но приземляясь так, чтобы у тебя фишка оказалась под тобой, под тазом. Я понял. Две ноги, и там пауза в нижней позиции. Давай. Стабилизировал. Пам, здесь хорошо. Угу. Уйди в большую отработку, еще мягче уйди, приземлись. Особенно у нас жесткий асфальт. Вот, да, отлично. Чувствую, как квадры уже начинают уставать. Да, утомляется уже 100%. Да. Да, отлично. Пам. Пам. Угу. Немного отдохни, другая нога. Да. Угу.
одной ноги справа приземляемся налево. Задача точно так же себя застабилизировать на левой ноге. Угу. Сейчас мы отмерим, можно мощнее сделать прыжок в сторону. Вот. И стабилизируешь. Попробуй даже чуть-чуть свободной ногой уходить назад. Приземлился, бам, ушел назад. Да, вот стараешься допрыгнуть. Отлично. Еще два раза. Во, супер. Покомфортнее длина стала. Угу. Еще раз. Пам-пам. Есть. А, меняем. Пам. Есть. Отлично. Вот, чтобы поднялся сразу, бам, на одну ногу. Ага, поднялся. Вот. Таких три еще. Ага. Еще два. Бам. Угу, хорошо в целом. Хорошо, отработал приземление. Еще один. Завершающий. Да. Круто. Отдохни чуть-чуть. А, сейчас усложняем. Усложнение будет в том, то, что ты приземлился, сделал прыжок вверх. Угу. Вот, супер. Пам. 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 Поймал себя. Угу. Пам. Три. Угу. Сатунов. Правое колено вообще. Да, правое колено намного больше смещается внутрь. Давай еще раз. Ага. Отдыхай. Дальше у нас было по плану спрыгивание вниз. Но... Я могу на тебя залезать, да, и да, да. С тебя с плеч спрыгивать. Ну вот можем на капот, да, Нивы, как раз, например, такая высота. Он скажет, но я только останавливаться не буду, если что, на ходу. Да, да, да. Ну это ладно. Другой блок. Как мы сейчас... Прыгаешь, стабилизируешь себя. Задача здесь на фишку как можно быстрее от одной фишки добежать до другой. Давай. На одну, ну, и побежал. Да. Четыре раза на каждую ногу. Ага. Пам. 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 Давай, 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 давай. Выбежал, да. И оп. Касание. Ага. И выбежал. Во, неплохо. Оп. Ага. Пам. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. Оп, хорошо. Сразу, сразу, сразу. Пам. Пам. Выбежал. Ага. Круто. Все, отдыхаем где-то полторы минуты и на другую ногу. Оп. Ага. Да, да, да. Туда же. Давай, тоже нормально. Хорошо. Да. Да. Так, это куда побежал? Заранее определяй. Пам. Сразу? Ага. Оп. Саня. Пам-пам-пам-пам. Пам. Пам.
пошел. Так. Так. Оп. Оп. Ну и очень важный момент, который стоит обязательно упомянуть. Данная тренировка содержит очень много элементов с прыжками. Соответственно, ваш организм, ваши суставы должны быть готовыми выполнять и принимать на себя такую нагрузку. Вот. Если вы не уверены в том, что прыжки на данный момент вам подходят, лучше заменить эту тренировку какой-то более простой вариацией. Конечно, да. Угу. Вот. Берегите себя, будьте здоровыми и активно готовьтесь к сезону. Зима уже близко. Спасибо. Да.